4 октября, небо чистое. Я смотрю через окно на кормушку, где сидит синица. Они начинают прилетать в 7 часу утра, когда солнце начинает вставать и светает. Береза за окном уже вся пожелтела, но еще листики не упали. Кормушку мы сделали нынче летом из клетки, которую купили в зоомагазине для птиц. Сделали 4 отверстия для того, чтобы маленькие птички залетали на кормушку. Ну вот первыми на кормушку 21 сентября прилетели синицы. А вообще на кормушку прилетают еще воробьи, но их не так много. Воробьи обычно садятся вниз и клюют прямо в клетке, а синицы предпочитают улетать на березу и расправляются с семечками на березе. Очень интересно наблюдать. Кроме семечек, прошлую зиму я сыпала арахис. Обычно прилетает иногда лазаревка, а также поползни. Но вот пока осень началась, синичек